Посмотрим, что происходит сегодня на небе. А на небе сегодня немножко неспокойно. Солнце с Марсом подходит к последним градусам рака, и это создает очень напряженный аспект к планете Уран. Я бы рекомендовал всем знакам зодиака, независимо от конкретного знака, тем, кто работает с электричеством, с атомной энергией, с компьютерными технологиями, вот в ближайшую неделю быть очень осторожными. Прежде всего это касается знака Овен, потому что Уран находится именно в знаке Овен. То есть не подходите вообще к электричеству и даже компьютер не включайте в этот период. Телец. Ну, к Тельцу это напряжение особо никакой ни плюса, ни минуса не несет. У Тельцов будет достаточно такая спокойная, размеренная жизнь. Мало того, 17 числа в ваш знак войдет Луна. И 17-18 что-то интересное в личном формате ожидается у знака Телец. Близнецы. В близнецах сейчас движется Венера, близнецы сейчас как-то очень благоприятно себя чувствуют в финансовом формате, какие-то вот интересные движения начинают происходить. Мало того, эта самая Венера создает хороший аспект Юпитеру, то есть какие-то новые проекты. В общем, все связанное с деньгами, на эту тему вам сейчас зеленый свет. Рак. Двоякая ситуация. С одной стороны, напряжение, о котором я говорил в начале, будет создавать в жизни раков такую немножко взрывоопасную ситуацию. С другой стороны, это просто увеличенный объем энергии. То есть будьте любезны, как-то вот очень выдержанно проживите ближайшую неделю. Вашим основным девизом на ближайшую неделю должна быть умеренность. Лев. Ну, у вас уже полным ходом идет Меркурий, он находится как раз на середине знака Лев. То есть вы находитесь, я бы сказал, в центре информационных потоков. Мало того, Меркурий замыкает как раз вершина большого треугольника. То есть что-то в информационном плане хорошо. Если вы занимаетесь бизнесом, сейчас время уделить внимание рекламе, то есть каким-то информационным вопросам. Дева. Вот прямо сегодня у Дев будет немножко напряженно. Именно сегодня Луна идет в оппозиции к вашему знаку. И вот вчера и сегодня ваш эмоциональный фон может немножко нестабильным быть, мягко говоря. Очень хорошие дни для вас будут 17-18 число, когда Луна будет проходить по знаку Телец. Что-то у вас такое интересное ожидается в эти два дня. Весы. Для представителей знака Весы. Так что Весы и Овны рекомендую эту неделю прожить как-то максимально спокойно. Не назначайте себе на эту неделю каких-то важных дел. Оно, конечно, может и получится, но не лучшим образом. Лучше немножко терпения. Солнце перейдет в Лев, и потом делайте все, что угодно. А желательно, чтобы еще и Марс туда перешел. В общем, немножко сбавьте свои обороты. И Овны, и Весы. Скорпион. Но все это напряжение идет только на пользу представителям знака Скорпион. Какие-то очень интересные сюжеты закрутятся вокруг Скорпионов. Мало того, сегодня Луна благоприятствует Скорпионам. То есть я не удивлюсь, если вечер у Скорпионов сегодня пройдет очень романтично. Осторожность и аккуратность рекомендуются Скорпионам 17-18. Луна будет в оппозиции к вашему знаку. И не все будет так, как вы бы того хотели. Стрелец. Рекомендовал бы стрельцам ближайшую неделю прожить спокойно, размеренно. При этом хорошее положение Меркурия будет давать Скорпиона много стрельцам, много полезной информации. Информацию принимайте, но действовать нужно будет немножко позже, с переходом Марса в знак Лев. Козерог. Напряжение в жизни Козерогов сейчас, вот можно сказать, на самом пике. Марс с Солнцем, Уран, Юпитер, и все это создает очень негативный, не негативный, я бы сказал, напряженный аспект. Поэтому уж эту неделю попробуйте быть
внимательными, осторожными. Умеренность должна быть вашим девизом всю эту неделю. Водолей. К Водолею сейчас в оппозиции идет Меркурий. Ничего особо сильно плохого это не дает, но просто будьте, скажем так, меньше доверяйте поступающей к вам информации. И вообще, поменьше верьте словам. У вас сейчас в очень хорошее положение для вас Венера, то есть какие-то благоприятные финансовые возможности сейчас перед вами открываются. Рыбы. Сегодня в вашем знаке идет Луна. То есть, причем в хороших аспектах. Сегодня, возможно, какие-то очень интересные сюжетики, связанные с личным планом. Не менее хорошие сюжетики будут 17-18 числа, когда Луна будет в знаке Телец. Ближайшая неделя у вас очень фартовая неделя. То есть, используйте ее по максимуму.